Всем доброе утро! Сегодня у нас на календаре уже 15 января, ровно середина месяца. На градуснике сейчас минус 0,8, ну почти минус 1. Но это сейчас, потому что рассвет, еще темновато на улице. Но уже все равно светло, небо чистое, видно. Я собралась позавтракать. Приготовила вот себе, развела льняную кашку. Давно что-то я ее не ела, вспомнила, с таким удовольствием развела. Морковка у меня осталась, я вот со сметанкой сделала ее. Сейчас вот немножко еще семечек добавлю сюда. Семечки такие крупные, хорошие. Я на оптовке покупала по 70 рублей за килограмм вот эти чищенные семечки. Хорошие они, очень свежие такие. Никакой затхлости, ничего, хорошие семечки, понравились. Кофе заварила себе и орешки, кишью. Вот сейчас позавтракаю и за дела домашние. Ну а маме на завтрак запеканочку я делала, с курагой запекала в духовке. Вместо изюма решила добавить кураги. Хурма и яйца варятся. И обязательно на завтрак яйцо вареное. Или пашот яйцо. Любое, без разницы, хоть как. Лишь бы было. И разогреваю кашку геркулесовую. Я сварила ее с тыквой. С утра все сыты, накормлены, можно отправляться в магазин. Я сейчас сходила в магазин, курочка на Армавирской, и купила сердце. Вот такое свиное сердце. По 190 рублей за килограмм. Но я там снимать больше ничего не стала в этом магазинчике. И купила еще рядышком в овощном вот такую картошечку. Такая хорошая, белая. Но там и красная была. Самое-то главное, что можно выбрать ту картошку, которая понравится. Чтобы была не зеленая, не загнившая, не битая. В общем, самостоятельно можно выбрать. И сейчас я хочу сварить сердце. Конечно, можно там приготовить и сердце, и гуляш с разными соусами, там, допустим, сметанный соус, молочный там, или еще что-то, с луком, с морковкой можно, то есть с овощами приготовить по-разному. А я просто отварю. Я сердце иногда покупаю, оно мне очень даже нравится. Хорошо, главное его промыть, чтобы не было вот этой вот кровяки. И все, и сварить. Оно варится, ну, где-то, может быть, там часа три. Вот так вот. То есть закипело, я ставлю на маленький огонь. И все, и оно у меня варится прекрасно. Можно его на четыре части. Ну, вот я на две части разрезаю. По-разному можно приготовить. Вариантов множество. А я просто тороплюсь. Мне нужно сходить еще сегодня в гости. Нужно напечь блинов. Поэтому я не буду заморачиваться с сердцем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы субпродукты? Часто ли вы их готовите? Часто ли покупаете? Я вот, например, очень даже люблю все субпродукты. И очень даже хорошо к ним отношусь. А вообще, вот сердце, оно очень много железа содержит в себе. И полезно тем людям, у кого гемоглобин низкий, у кого малокровие. Сердце это классное, вкусное. Да еще и полезное. Вот, поэтому я его и покупаю. Ну, не часто, конечно, но иногда покупаю. Периодически. Ну, как всегда, конечно, у меня полная кастрюля. Я ж не умею варить. Чтоб немножко было. Вот не умею. Надо, чтоб вот под самую крышку было. Блинчики мои шкварчат на сковородке. Какие хорошие получаются. Так, и здесь сердце.
Сердечки у меня уже готовы, сварились. Я их достану, и можно будет уже их кушать с макарошками, с картошечкой. А бульончик потом заправить вермишелькой. Ой, какой он нежненький получается, вкусненький супчик. Так душевненько. Сейчас уже выключу. Ах, блинчики мои. Красотулечки. Ну вот, пока я пекла блины, а на улице-то уже и зима наступила. Сегодня целый день так пасмурно было. И с утра как-то такой влажный. То ли снег, то ли дождик шел. Ну, даже его и не видно было. Но что-то было ночью. Какая-то влажность была в воздухе. Но вот сейчас конкретно видно уже снежок. Уже снежок идет. Прямо аж снежинки такие приятные. Небольшой ветерочек дует, он прям в лицо мне дует. Ой, как хорошо укрыли сеточкой. И вот так на зиму. Очень даже хорошо. Прям полностью до самого верха. Вот эта зеленая сетка. Хорошо перезимует. Ну, а я пошла в гости. Я иду в гости к подписчице Елене, которая прилетела сюда к нам в Ейск издалека, из Владивостока. Елену вы уже видели. У нее такая миленькая собачка по кличке Эрик. Вот, и сейчас я иду в гости. Как приятно бело. Так светло от снега. Прямо аж светло-светло сразу. Как будто солнце светит, фонарь. Так красиво. Смотри, я вот так ложусь с ней. Светочка, Эричка, иди потеряемся, иди. Где свет? Ой, я не могу. Целует меня эмоции. Много света, да? Ага. Да, это я немножко заснеженная, это самое пальто мое. Мушка целует, смотри. Иди, моя Ой, жопа. Ой, не могу, Света. Жопочка моя, жопочка. Иди сюда. Ой, на четвереньках. А он начинает гавкать. Что, садись сюда. Иди со Светой. Иди сюда. Это по собачьи, да? Иди ко мне, моя зайка. Да я иду. Господи. Вот суета. Ага. Иди ко вот мне. Он, вот он. Бубенчики, вот он. Вон, смотри. Это точно бубенчик. Слушай, ну я не знаю. Звоночек. Это собака пушистая, мягкая, как игрушечная. Да еще какая игрушечная. Иди сюда. Иди почему. Он прям такой, как это, мальчик-колокольчик. У него как будто прическа, уши такие прямо вот как причесаны. Он уже оброс. Оброс, да? Пора уже подстригаться вам, да? Сидеть. Что это такое, скачешь? Я сказала сидеть, ждать. Сидеть. Все. Ты видишь, я занята. Сидеть надо, ждать. Ты голодный, что ли? Ты же не голодный. Сиди, хорошо. Попроси. Ну-ка, попроси. Я же тебе говорю, не танцуй, проси. Эрик, просить надо. Просить. Ну, молодец. Вот так, да, умница. Умница. Хороший такой. Как его не любить? Да, как его не любить? Да что ты такой красавец. Ты уедешь. Такой умничка. Да. Так уж не плачь ты, что. Эричка. Эричка моя. Мальчонка. А Света вчера пекла, вот угощала. Короче, подожди, я принесу. Вот есть. Лариса блины говорит. А я блины напекла. Давайте чайку попью. Ты успеваешь еще и блины печь.
Так все надо успевать. Целый день в бегах. Целый день в бегах. Показала нам рыбу. Мы так рыбы захотели. Смотрела, Света говорит, рыбка, я хочу рыбу. Какая рыбка. Да, 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 девочки, да. Хорошая скумбрия. Вообще рыбы много в Ейске. Много. Я говорю, я не знаю. И хорошая рыбка. Лапку любит. Это массаж ему. Это массажик такой. Ну, что, я бы его съела бы. И вот так потискать прям хочется, да? Такое прямо. Я тебя съела, съела. А я иду, они там сидят, вяжут. Он сидит там, я открываю, он бежит. Хорошенький мальчонка. Кукля. Да. Кукля маленькая. Пусть стоит. А что ты сметаны хочешь? Есть сметана, больше сметаны? Я не знаю, вот я вареница положила. Вареница у тебя. Вареница положу. Какое это вареница? А варенье это желтое, нет, не абрикоса. Ты поняла, алыча. Алыча желтый, ткемали. Правильно, мы сразу ответили на все. Да, да, да. И тебя хорошо постригли в этот раз. Мне очень нравится. Ну, вот тут тын-тын-тын и прямо прелесть. Красота. А то как это, знаешь, как будто под расчесочку. А так вот. Классно. Они как стоят, как творческий беспорядок. Да, особенно шапку снимаешь зимой, действительно, творческий беспорядок. Классно, правильно сказала. Кто сказал? Марина. Ей понравилось тоже, ты говоришь. А, Марина, да-да-да. Марина, я говорю, у тебя, говорит, новая прическа. О. Ты что, просишь что-то, да? Да? Дай вкусняшку, да? Дай что-нибудь. А, Лариса, дай что-нибудь. Ну, он же, вон на окошке, там мисочка, вот там печеньки есть. Дай ему. А, вот эти вот? Ну да, дай какую-нибудь печеньку. Расчесывайся. Так, а сколько там можно штучек ему дать? Ну, по одной хотя бы. Так, он хоть сколько съест? А, ну понятно. Ему ведро, и он так, раз. Вот это тоже его печеньки? Это его, только резинки. Не это, волосы завязывать. А я думала, это тоже печеньки. Нет, печенье, ну, печенье. Все, у нас Карина, надо. Завязывай ему печеньку. Пошли прическу-то делать. Все, вкусно, вкусно, еще надо. И хоть бы погрыз. Еще одну ему дам. Сейчас я еще ему дам. Так, это значит твои резинки. Ой, прямо... Ой, ну... Господи, дед-то такие. Ну, у нас они везде продают, где резинки продают для этих. А тут смотрю, хожу... Хватит, наверное, ему, хватит? Да и хоть сколько, он же будет клянчить, ну, поберушка. Да, ну ладно. Ой, тепленькие блинчики сырые. Давайте, приятного аппетита, чай пить давайте. Я смотри. Он не отходит, не отходит. Не отходит. Прикормила. Ага. Ты вот моя. Сейчас отправлю с Ларисой, пойдешь. Ой, как ему а нравится. Шапку одела, ты представляешь? Шапку одела, вот так вот эти хвостики. Ой, посмотри. Ой. Уйди, попрошайка, уйди. Хвостиком-то, хвостиком-то своим. Посмотри. Ага. Что, любовь? Да. Любовь? Ой, 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 ой. Возьми его, сейчас будет целоваться. А можно, да? Да, конечно. Поцелуй Ларису, Ларису поцелуй. Лариса хорошая, поцелуй в ушко. В ушко поцелуй. Лариса добрая. За печеньку прям, мать, готов продать. Ну, я сейчас достану тебе печеньку, так и будет. Так, а потом, конечно, как же вот... Не а просто... он сейчас будет знать, где они лежат? Нет, знать-то не ему по барабану, он и так знает. Знает, что... знает, у кого просить теперь. А, да-да-да. Где печенька-то? Ты ее съел, что ли, уже? Конечно. И проглотил, да и все. А что, печенье, вон оно лежит. Вот-вот. А, тобой. Вот она, на. Потерял. Ага. Все. Ты Бонифаций. Ну все, хватит, ну хватит. Ну сколько же можно, а? Ерофей Хабаров. Это такой прямо вообще неженка, неженка, неженка. Ерофейчик. Ой, да ухой прямо сладкий. Ну. Ему жарко, наверное. Жарко. Да нет, а у него и жарко, это, может быть, нормально. И он же эмоции у него. Ну да, конечно, да. Конечно. Мне тоже жарко. Уже на ночь глядя, я тебя тут ой, перевозбудила. Честно, да. Дети моя. Со всеми понянчиться надо. Хрюшечка моя. Такой прям хорошенький.
Хрюсечка, лохматый. Довольнёшенек, довольнёшенек. Рашен брат, да. Ой, рычит. Ну что, Пашка? Ой, и ты тоже радуешься. Ох, как прыгает, ох, как прыгаешь, а. Ох, прыг-скок. Все, Паша, все, пока. Оставайся, пока. Лапки, иди сюда. Бегает такой по снегу. Да раздетый-то, голенький. Пыл маленько подостынет. Угу. Ну все, Эрик. Иди гуляй. Все? Иди. До свидания, гуляй. До свидания. Иди провожай. По снежку. Чебурашка. Давай лапу быстро. Юбка заснеженная. Вот так вот я нагостилась, с Эриком наигралась. И вам всего доброго, всем спокойной ночи. Ой, какая красота на улице. А как свежо, а как тихо. Абсолютно нету ветра. И красиво. Белоснежно все. И не страшно. Самое главное, что в Ейске вечером вообще не страшно. Вот такая красота. Вот так полюбоваться. И улица Коммунаров 15 на пересечении с улицы Свердлова. Серебряный дворик. Найдете дешевле, мы снизим цену для вас. Спокойной ночи всем, мои дорогие друзья. Тихой, спокойной ночи и приятных снов.